канале Мисс Элис, и сегодня у нас необычный челлендж. Тот челлендж, который есть уже на канале у всех блогеров. Ну, не у всех. Тот челлендж, который вы так давно хотели. Тот челлендж, который вы точно знаете. И этот челлендж, кто лучше знает меня? Алиску. Кто лучше знает Алису? У нас, папа, есть маркеры, есть бумажки, есть вопросы. Мы берем вопрос, зачитываем, ну и, собственно, пишем на него ответ. Вот. И только Алиса знает правильный ответ, она их заготовила заранее, чтобы не забыть, потому что у нее может все поменяться. Вот. Писала вопросы, ответы бабушка, мы ничего с папой не знаем, так что давайте начинать. Давайте. Ну, вопросы что? Я буду читать вон там. Вот первый вопрос. Это ответы ты будешь читать вон там? Да. А вопросы у нас вот здесь. Давай, папа. Вопрос номер раз. Любимый цвет. Так, только быстренько. Давай на этот, долго не думая. Где писать? А вот здесь и пишем. Вот у нас тут листики. Смотри, 10 штук. Хочешь на этой стороне, хочешь на обратной. Как тебе удобно. Только не подсматривай. Готов? Да, я посмотрела, что там у меня. Это ничего не пишет. Так. Готов? Да. Ну что, давай на счет три показываем. А мне плохо будет видно. А что ты такой маленький написал? Давай, давай, ладно, я вот здесь. Так, я спрятала. Я видела, что ты написала. Раз, два, три. У меня... А, у меня не видно, да? Фиолетовый у меня написано. Алиса, правильный ответ? Фиолетовый? И счет 1-0. Мама ведет. 1-0. Третье. Любимое занятие. Это я запомнила. У меня несколько вариантов. Одно. Одно пишем, да? Раз, два, три. У меня YouTube смотреть. Я снимаю себе канал. Так, какой правильный? Никто не угадал. Какое любимое занятие? Играть с Соней. Ну да. Вопрос номер три. Любимый предмет в школе. А есть такой предмет? Перемена. Ну давай, допустим. Готов? Да. А что, посмотрел? Я написал же. У меня математика. У меня литература. Ну или как чтение. Чтение, да. Кто угадал? Никто! Опять никто! Мой любимый окружающий мир! Папа, что я тебе хочу сказать? Кроме цвета фиолетовый, мы с тобой вообще не знаем нашего ребенка. Ну, розовый, ладно, ты оттенок на фиолетовый. Давай, папа, бери следующий вопрос. Я так чувствую, что мы с тобой продумали. Вопрос номер 4. Любимое блюдо. Ну, тут, конечно, этот, скажем, если ничего не изменилось... Я думаю, отгадают все. Я честно не знаю. У нас Алиса, в принципе, любит кушать. Подождите, дайте подумать, я не могу так быстро. Я помню, что она раньше всего любила. Может, конечно, у нее вкусы поменялись. Блин, мне кажется, я не угадаю. Ну это не блюдо вообще.
Ну это не блюдо, но это любимая еда. У меня мороженое. Я хотела написать на одежде. Опять никто. Что, котлеты? Нет, пельмени. Точно, пельмени. Слушай, как у тебя быстро меняется. Нет, пельмени она правда очень любит. Так часто ты тянешь. Любимая книжка. Господи, сейчас от часа не легче. Готов? Мне кажется, что опять я не угадаю. Но раньше она ее очень любила. Давай, мы готовы, Алис. Раз, два, три. У меня вредный совет. Да? Опять никто. Незнайка. Незнайка. Ну, я думала, что незнайка. Ну, ты же раньше вредные советы читала все время. Но мне больше понравилась незнайка. Вот так вот. Любимая обувь. Ты знаешь, да? Не знаю, я так предполагаю. А я знаю. Логично. Папа, как ты так быстро соображаешь? Я не знаю. Раз, два, три. Тапочки. Сапоги. А у меня эти кроксы. Я забыла, как они называются. Да как вы не угадываете, босодочки? Что я не люблю больше всего? Ты готова? Нет. Подожди, ну я не могу ошибиться. Ой, я букву пропустила. Готов? Да. У меня делать руки. У меня тоже самое. Играть игрушки! А делать уроки ты типа любишь? Ей бабушка сказала не писать, делать уроки. Почему? Она сказала, что все подумают, что я глупая. Неправда, никто не любит делать уроки. Тогда, ну давай, если по-честному, ты что больше не любишь, уроки делать или игрушки убирать? Делать уроки. Все, значит, мы с папой угадали. Ура! Один! Так. Любимый мультфильм. О, это я запомнила. Вот тут, у короче, нее есть такая... любимый мультфильм? Загвоздочка. Есть. Вот если бы любимый YouTube-канал... А, да, это было бы гораздо проще. Мультфильм любимый. Я тоже так что-то прям... Ну... Если ничего не поменялось... А можно несколько написать? Ладно. Ой, неправильно пришел. Блин, я продул походу, мне Винкс. Мне Монстр Хай. Опять никто. Энченимал? Да! Я думала Энченимал. Ну, все, ладно. Любимая игра на планшете. Это знают все. Даже подписчики. Походу мама не знает. Ну, у меня Том, а у папы Том за золото. Том за золото. Два. Значит, ты кюнил. Любимый фрукт. О, это знает тоже все. Мама особенно. Мама особенно. Любимый фрукт. А он, мне кажется, у тебя их несколько. Но я могу предположить. Готов, папа? Опять никто.
Зато ничья. А кто, что? Какой любимый фрукт? Манго. Я думала манго. Вот серьезно, да, если бы я дольше, если бы я дольше думала, я бы больше правильных ответов написала. Ну я просто, блин, на яблоко почти каждый, ну, каждый день я ставлю. Ну, манго, да. Не каждый, поэтому думаю, что может яблочко. Ну что, зато у нас ничья, Алиса. Папа с мамой одинаково не знают Алису. У нас 2-2. Ну что, никому не обидно, папа, мочи пятюню. Мы с тобой старались. Да, я думаю, мы не думали, но мы старались. Наверное, это нужно разделить на несколько частей, на три части на следующий, наверное, будет. Кто лучше знает папу, да. Кто лучше знает маму. Да, да, по-любому. Ну вот такой у нас получился смешной челлендж. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки, мы с папой старались. Да, друзья, если вам проверить, насколько вы знаете своих детей. Да, это, между прочим, очень познавательно. Мы с папой много узнали об Алисе. Пока-пока!